Привет! Меня зовут Георгий Раут, и это канал Папа Медиа. Сегодня есть у нас повод поговорить о том, какой подарок Сбройные силы Украины подготовили нашему врагу, россиянам. В Феодосии взорван десантный корабль «Новочеркасск». Притом взорван так ярко и громко, что все в Крыму это услышали, а в самой Феодосии во многих домах повылетали окна. Взрыв был невероятной силы, что еще раз говорит о том, что все... самое интересное, что пропагандистские российские СМИ, конечно же, этот момент упустили. Ликвидация российского корабля военного. Нет, ничего не знаем. В РИА новостей об этом нет. Во всех остальных пропагандистских СМИ говорится о, опять-таки, хлопках каких-то в Крыму, а о том, что это был невероятно огромный взрыв, который уничтожил корабль и рядом инфраструктуру в порту, что там пожар несколько часов продолжался и вполне возможно и продолжается до сих пор. Они молчат. Вот в этом вся Россия. Вот в этом это еще раз говорит о том, что Крым не российский и никогда им не был. Крым — это Украина. Потому они даже не могут эту территорию каким-то образом охватить, чтобы своим тупым гражданам доказывать и показывать, что Крым российский. Нет, нет. Уже видно, что потихоньку доходит до каждого, что Крым в ближайшее время вернется в Украину. Он и оставался в Украине, но аннексия, которая произведена Россией, будет уничтожена. И это будет последний гвоздь в гроб Путина. Поверьте, что взрыв десантного корабля, уничтожение сушек, 5 штук уже истребителей уничтожены, нету их. И дальнейшая ликвидация коллаборантов приведет к тому, что Крым в ближайшее время, в ближайшие месяцы будет украинским. И в Крыму появится ЗСУ. А как только там появится ЗСУ, текайте. Текайте уже сейчас. Поверьте, только это вас спасет. Слава Украине!